Сегодня в Лос-Анджелесе по-летнему тепло, хотя на дворе стоит февраль. Может быть, потому, что приближается День Святого Валентина. Еще один праздник в Америке – День влюбленных. Я хочу в этот день пожелать вам счастья, любви, быть любимыми, любить, всегда иметь рядом настоящего верного друга. Сегодня мы с Элвисом, любимцем всех женщин. Мы – это Наташа Купер, автор канала «Влиять на английский», и Элвис Кокер Спаниель приготовили для вас поздравления с Днем Святого Валентина и совет, 9 советов мужчинам, как найти путь к женскому сердцу. Прислушайтесь, Элвис знает, что говорит. Плохих советов давать не будет. When it comes to women, I discovered early on what works for me. Admire her sincerely. Buy her gifts, or at least compliment her on the gifts she buys herself. Always praise her cooking, even if it comes out of a box. Never compare her to your mother. Don't offer unsolicited advice, especially when it's too late to undo it. Don't try to fix her problems when all she wants is for someone to listen. Be cuddly, and she won't notice you are verbally challenged. Hold her hand often. Be discreet. Never brag about your conquests. Make sure they never meet, or if they do, that they'll have only good things to say about you. Follow the simple rules and I guarantee you plenty of loving. What can be better than this? After all you need is love, right? Хотите найти своего спутника жизни, свое счастье в англоязычном мире? Я приглашаю вас на тренинг Find Your Soulmate. Найди своего суженого. Английский для знакомств и серьезных отношений. С вами была Наташа Купер, автор канала «Влиятельный английский».